Лошадь по кличке Доча для жителей Чесноковки теперь и есть самая скорая помощь. Этой осенью именно ее вызывают вместе с врачами. Доча привозит пациентов через аварийный мост. Автомобилю не проехать. Часто просят, конечно, придет скорая. Просят перевезти, потому что скорая сюда уже есть. Все, боятся вообще сюда ехать. Машины переезжать, хлеб также просят перевезти. А скоро Доче придется возить грузы потяжелее. В октябре жителям Дальнего берега отказали в доставке баллонов с газом во избежание риска. Не доехать теперь и до ФАПа, школы, магазина. 60 лет Два берега соединял деревянный мост. От времени он начал разрушаться. Одна из опорных балок на той стороне просела, а на этой просто лопнула. И жители боятся, что очередной большой груз может просто переломить мост. Не раз машины почти срывались в воду, потому что деревянное полотно моста уложено хаотично. Это следы весеннего половодья, а еще того, как жители уже 10 лет своими силами спасают единственную дорогу к цивилизации. Кто едет, тот и кто чего привезет, положил, проехали. Вот так у нас оно и идет. Некоторые машины и донкратят, заехали, скатились, поддонкратили, выехали. В мае ветхий мост признали аварийным, а людям предложили делать крюк в объезд 8 километров. Сделали обходную дорогу, она грунтовая. Дождь пошел, и машина вчера застряла там. Первый дождь? Первый дождь, и машина сидит там. И только трактором вытащили машину. Все, кто поедет по этой машине? Скорая не поедет, хлеб не поедет, газ не поедет. Прежде ремонт моста жителям обещали в августе, затем в сентябре. Сегодня в администрации района нас заверили, контракт с подрядчиком заключен, в пятницу строители заедут в село. Мост будет железобетонный с деревянным настилом. То есть мост деревянным не останется. Асфальт не обещаю, но то, что подъезд и съезд моста будет организовано надлежащим образом, это факт. Строительство моста оплачивает правительство края. По словам чиновника, объект обойдется почти в 10 миллионов рублей. Приличную для трехметрового строения стоимость в администрации объясняют дороговизной материалов. Любопытно, что в июле в официальном ответе жителям строительство оценили в 8 миллионов. Полностью завершить объект планируется через месяц. Анастасия Дороган, Алексей Фризин. Наши новости.